Всем снова привет и добро пожаловать на новый ролик по монашке-какашке. Сегодня я все-таки попытаюсь ее пройти в третий раз. Мне кажется, что в этот раз у меня все получится. Поехали. Да, кстати, прежде чем начать играть, я еще хотел сказать, вы, наверное, стали замечать так рекламка. Короче, всякий раз, когда реклама будет, я буду просто ставить на паузу. Так вот, в чем проблема? Вы, наверное, заметили, что я начал массово удалять некоторые свои видосы. Почему? Потому что я недавно подал опять повторную заявку на монетизацию. И каждый видос, где хоть какой-то, у меня подозрение есть, что какой-то есть контент, защищенный авторским правом, или я уже заранее об этом знаю, то я выкидываю их к хренам собачьим, чтоб, не дай бог, опять ничего у меня не нашли. А то опять потом придется ждать 2 месяца. Ладно. Когда придут результаты, я сообщу. И если мне монетизацию все-таки подключат, то я потом у некоторых видосов сделаю перезаливы, потому что они мне нравятся. Ладно, а теперь давайте играть. Так, поехали. День первый. Так. Во-первых, посмотрим. Эй. О. А, точно, Enter же у меня. В подвале, я так понимаю, нового ничего не происходит. Да блин, чё лагает? Так, не было раньше настолько сильных лагов. Так, чё лагает-то так? Грааль. Да блин! Почему-то всегда лагает перемещение этим мышью. Хотя это я специально настроил, чтобы можно было двигать. Но от этого лагает. А как я уже говорил, нажимать я не могу. Это неудобно. Меня тогда сразу монашка крохнет. Чё тут? Комната с мини-игрой. Я знаю, что это за комната. Сейчас мы ее откроем. Да блин, дурацкие лаги. Надо будет как-то поднастроить компьютер, чтоб поменьше лагало. Да чёрт. А, блин. Так, монашки нет. Ты чё так лагает-то сильно? Раньше же получше было. Что у нас тут? Метла. Для чего она нужна, я до сих пор не знаю.
блин. Да с этими благами. Да блин! С этими лагами меня монашка в два счета пришьет. Теперь вы можете войти в розовую комнату. Да блин, хватит уже лагать! Заколебало. Имя, баллы, последний балл. Награда. Баллы 100, кусок маски. Так. Я знаю, как активировать эту мини-игру. Как в нее играть. Но я уже сказал, ее сначала надо активировать. Да почему лагает-то так сильно, я не пойму. Все было нормально. Раньше. Раньше не лагало так сильно. Что за фигня? Кнопка. Короче, нам здесь пока делать нечего. Да блин! Ну заколебали меня эти дурацкие лаги. О! Хоть теперь вроде более-менее нормально. Все. Наконец-то. Вон монашка. Черт, она меня свалила. Ну, вот я и смотался. Понятно. Наверное, игра вначале лагала, потому что не полностью прогрузилась. Теперь все нормально. Так. Вот и кабель. Монашки нет. Монашки нет. Так. Ток восстановлен. Надо теперь на ту кнопочку нажать. Только сейчас дождемся. Монашки тут нету. То вдруг сейчас монашка примчится. Ладно, но мы в мини-игру сегодня играть не будем. Сегодня моя цель это просто пройти игру. То есть сбежать от монашки. А вот
всю эту маску собирать мы потом будем. И уже в режиме призрак. Чтоб эта монашка нас не трогала. Так, ну и где тут монашка? И опять лагает маленько. Блин, чё-то я не хочу сюда идти. Потому что я ее боюсь. Вдруг я сейчас выйду, а там она. Ой! Ра! Вот я этого и боялся. Спалила. Зараза. Срочно сматываемся. А! Ты чё тут делаешь? Ра! Беги, беги! А то монашка догонит. Так, теперь срочно сюда, в секретарную. Так. Вроде оторвались. О нет, монашка снова меня спалила. Но ничего. А! Блин, значит она меня спалила снова. Беги, балда! Ой. О, no. Чёрт. Так. Закроем-ка дверь. Так. Шарим в ящиках. Пусто. И в шкафу пусто. Я видел синюю руку на стуле. Так, ой, мы залезли на стул, теперь сюда. Картина мне показывает вверх. Чё там? Опа! Чё тут? Мне нужно что-нибудь длинное, чтобы достать. А! Вот теперь до меня дошло, для чего тут нужна метла. А. Здесь же монашка. Чё? Нет, не сейчас. Только не лагай. Ушла. Блин. А ведь так она могла меня и грохнуть. Теперь назад в секретарную. О.
Монашка пошла наверх. Это наш шанс. Так. Ну? Возможно, если она упадет с большой высоты. Ящик. Ну и на кой он мне? Вот и монашка. Блин. Ха, нам повезло. Так, ну и... Откуда с большой высоты? На кой он мне этот ящик? Ящик я, пожалуй, выкину. Я не разберусь, на кой он мне нужен. Монашка, иди в задницу. Так. В шкафу у нас пусто. Хватаем лом и линяем. Хорош. Черт. Только этого мне сейчас и не хватало. Нет, походу, я у монашки интерес не вызвал. Кукуруза. Я уже знаю, как я вам говорю, для чего она нужна, но я уже сказал, сегодня мне не до мини-игр. Что за... No. А! Она с той стороны полезла. Линяем. Бегом. Быстро, быстро, быстро. Кстати, по-моему, я понял, на кой мне нужен ящик. Его надо открыть, видимо. А для этого надо его сбросить с большой высоты.
И, по-моему, я знаю, что это за высота. Монашка. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Может, на всякий случай спрятаться? Да не, все нормально. Ну чё, сбросим эту коробку. Точнее, ящик. Уи! Ящик откроется от падения с высоты. По-моему, меня спалила монашка. Ха, а я спрятался. Давай, иди отсюда, монашка-какашка. Так, ну, а чё там? Он чё, не открылся, что ли? Ну, я сделал как нужно. Сбросил его с высоты. Ладно, сейчас проверим. Открылся ли наш ящик? Аль не открылся. А! Нет, нет, нет! Блин. Все-таки попался. Но я прошел немного дальше. Так, рекламу. Так, все, рекламу мы пропустили. Я почему интернет не отключить? Так, ты можешь взять ключ из ящика и сбежать из школы? А, вот как теперь. А тот я думаю, что теперь больше обычным путем нельзя сбежать. В старой версии ведь как было. Если вам интересно, можете посмотреть прохождение старой версии у кого-нибудь. Короче, как было в старой версии. Там типа, ты собираешь скелет. Монашка приходит к этому скелету и начинает... Этот скелет, он становится похож на дьявола. Монашка к нему подходит и начинает молиться. Так, а вот и монашка, кстати. Вспомнил говно, вот и оно называется. Так вот, монашка начинает молиться около этого скелета, потому что она поклоняется дьяволу. Так. Вот, главный ключ. О, да. Пока-пока, монашка-какашка. Ну, ладно, расскажу сначала до конца. Так вот. И там она на этого скелета вешает код от двери с кодовым замком. Ты открываешь эту дверь,
а в ней лежит сейф. На столе, точнее, стоит. Ключ от сейфа у монашки висит на поясе. Но для того, чтобы сцапать этот ключ, нужно сначала монашку грохнуть взрывной куклой. Пока она находит... И пока она в отключке, надо этот ключ стянуть, открыть сейф, и в сейфе будет вот главный ключ как раз, ключ от школы. Ну и ты уматываешь. Так, ладно. Сейчас мы тут монашку подразним. Ну а теперь от слов пора переходить к делу. Все. Наконец-то у меня удалось пройти игру. Сейчас мы смотаемся. А вот уже в следующий раз будем маску собирать. Замок. Открыть. Свобода. Так, а это там что, гараж с машиной? Прикольно. И... Ура! Ты сбежал из школы. Свобода. Наконец-то. Ура! Назад в меню. Так. Рекламу. Рекламу мы пропустим. Так. Ну и все. На этом ролик подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки. И в скором времени будем собирать маску. Но перед этим я все-таки хочу пройти ту игру про Момо. Помните? Которую Зозота. Так что следующий ролик будет по этой игре. А этот завершается. До свидания.